будущий писатель Артем Веселый родился в сентябре 1899 года в Самаре. Вот на этой самой улице, бывшей Уральской, а сегодня это улица братьев Коростелевых. Летом он работал в рыбацких артелях грузчиком, а зимами учился в городском училище. За несколько месяцев до февральской революции вступил на работу на трубочный завод, где вступил в РСДРП-Б. А в октябре 1917 года записался в отряд Красной гвардии. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».